Так, уже сегодня все тепловые узлы города будут перекрыты во избежание разрыва домовых систем водоснабжения. А уже 2 сентября на ТЭС-2 стартуют гидравлические испытания, которые продлятся до 4 сентября. После проведения испытаний на станции начнется ремонт химводоочистки, которую планируется завершить до 12 сентября. В этот же период ОГЖСПС устранит выявленные в ходе гидравлических испытаний утечки. В усиленном режиме, то что мы выявим все утечки, которые обнаружили, постараемся за этот период максимально устранить утечки, чтобы потом запуститься, промыть эти и быть уже готовым к запуску отопления.